Почти наполовину на сегодняшний день в Челнах завершена процедура опрессовки. Об этом сегодня сообщил замруководитель исполкома Илья Зуев. Напомню, с середины мая в Челнах стартовали гидравлические работы под землей, которые выполняют специалисты компании «Набережно-Челнинские тепловые сети». Сейчас подходит к завершению первый этап работ в старой части города, и два этапа выполнены в новой. Подробности далее. По данным челнинского филиала «Татэнерго», сегодня на 8 утра без горячей воды остаются 8 жилых домов из 230, расположенных в старой части города. Завершающийся здесь первый этап опрессовки затронул и медучреждения, борющиеся с COVID-19, БСМП и Тукаевскую ЦРБ. Однако уже через два дня после отключения горячее водоснабжение здесь было полностью восстановлено. По оценкам тепловиков, сейчас половина челнинских теплосетей доживают свой срок эксплуатации. 54% степень изношенности сетей. Подход здесь применяется такой, что вот не по сроку, что, допустим, сеть прослужила 20 лет или 25, и надо ее поменять. Если там износ позволяет ее эксплуатировать дальше, то она эксплуатируется, и все-таки уделяется внимание замене тех сетей, на которых происходит наибольшее количество порывов. На их обновление, а также на подготовку города к новому отопительному сезону в целом выделено почти 2 миллиарда рублей, из которых большая часть пойдет именно на ремонт теплосетей. Что касается этапов выполнения работ, следующий запланирован на период с 7 по 20 июля и затронет также старую часть города. С 21 июля по 3 августа тепловики вернутся в новый город, где пройдет третий этап, а завершатся гидравлические работы уже четвертым заходом специалистов с 11 по 23 августа. Самым дорогим и значимым объектом опрессовки в этом году является ремонт 111-го тепловода на Московском проспекте, который обеспечивает теплоснабжением не только жилые дома, но и медицинские учреждения, находящиеся через дорогу. Здесь тепловикам предстоит увеличить диаметр труб, а работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Ильнар Мустафин, Челны 24.